Окей, в этом видео поговорим про новый бюджетный смартфон от компании Samsung, который появился у нас на белорусском рынке. Это Galaxy A22s. У нас продается и просто Galaxy A22. На него я делал ранее обзор, его можно посмотреть по ссылке в описании. Сейчас мы перейдем ко всем позициям данного смартфона, а пока хочется просто обозначить его такой краткий смысл. Если бы я мог коротко описать данный смартфон, то я бы описал его так. Он больше подходит для тех людей, кому нужен скорее дисплей, чем камера. Если посмотрим на примере обычной среднестатистической семьи, то для ребенка, либо же для мамы данный смартфон не подошел бы. А вот для отца, либо бабушки, дедушки вполне. В комплекте документы, адаптер питания на 15 Вт и кабель USB-A и USB-C. Заводской пленки, даже самой обычной, на экране A22s, к сожалению, нет. И я рекомендую не затягивать с ее приобретением, потому что не уверен, что экран Galaxy A22s будет устойчив к царапинам. Диагональ у смартфона большая, им пользоваться одной рукой, наверное, не совсем удобно. Это смартфон больше для тех людей, которые хотят увидеть много информации на своем экране. Им нужен большой экран и есть, в общем, такая вытекающая тонкость, что одной рукой им пользоваться не совсем удобно. Но если вдруг вы хотите это сделать, то есть специальный режим в программном обеспечении Galaxy A22s, который позволяет пользоваться одной рукой. Возможно, это кому-то понадобится. Корпус и рамки этого смартфона сделаны из пластика, спинка матовая, и на первый взгляд может даже показаться, что это стекло, но если прикоснуться к нему, постучать, то сразу понимаем, что это пластик. По граням слева только тройной слот, он для двух нано-сим-карт и карты памяти microSD. Справа качелька громкости и сканер отпечатка пальца, который спрятался в кнопке питания. Это хорошее решение. Кстати, кроме разблокировки с помощью отпечатка, есть еще разблокировка по лицу. Но, как вы знаете, это не очень секьюрный вариант. Снизу мини-джек для наушников, микрофон, порт USB Type-C и один динамик. В смартфоне всего один динамик. И сверху находится дополнительный второй микрофон. В Беларуси смартфон продается в двух цветах, в белом и в черном. Мне белый цвет нравится больше, потому что он не собирает отпечатки пальцев. Ну, собирает, только они не видны на белом цвете. На черной расцветке отпечатки будут уже заметны. Технология экрана TFT, соотношение сторон 20:9 и диагональ 6,6 дюймов. Есть повышенная плавность дисплея в 90 Гц, ее можно активировать в настройках. Из приятных мелочей есть пробуждение экрана и блокировка по двойному тапу. Также доступна Edge панель и режим многозадачности. На борту 11 Android с фирменной оболочкой Samsung One UI 3.1. Оперативной памяти 4 ГБ, а внутреннее хранилище на 64, либо же на 128 ГБ на выбор покупателя. Радует то, что нет версии на 32 ГБ, которая до сих пор часто встречается на рынке, в том числе и у Samsung. 32 ГБ это критически мало. Процессор установлен MediaTek Dimensity 700. На моем опыте смартфон работает плавно и не подтормаживает. С тяжелыми играми A22s справится хорошо, может быть на низких либо средних настройках графики. В целом играть в игры на нем вполне возможно. NFC в этом смартфоне есть, но он не для оплаты. Samsung Pay на Galaxy A22s не поддерживается. В общем, такая вот история. NFC есть, а оплачивать нельзя. На первый взгляд может показаться, что здесь 4 камеры, на самом деле их 3, четвертый это кружочек со вспышкой светодиодной. Итак, основной модуль на 48 мегапикселей, по умолчанию камера снимает на 12 мегапикселях, соответствующий режим на 48 с повышенной детализацией, с высоким разрешением, можно включить в настройках камеры. Ему помогает широкоугольный модуль на 5 мегапикселей и датчик глубины 2 мегапикселя, он нужен для того, чтобы делать портрет фотографии, размывать фон за человеком, в общем, делать красоту. Оптической стабилизации в этом смартфоне, к сожалению, нет, но есть электронное. Максимальное качество видео, которое можно записать, это 2
4К разрешение при 30 кадрах в секунду. А фронтальная камера, которая на 8 мегапикселей, максимум может записать видео в 1080p, также при 30 кадрах. В этом смартфоне камера, мягко говоря, простая. И если вы, например, хотите купить такой смартфон для своего ребенка, может быть, для жены или подруги, то, наверное, стоит присмотреться к какой-то другой модели за эти деньги. Потому что сегодня, например, те же дети, они социальные, они занимаются какими-то своими хобби, увлечениями, ходят на кружки и разные тренировки и хотят всем этим делом делиться в своих социальных сетях, отправлять своим друзьям и всячески демонстрировать это обществу. И этот смартфон скорее не подойдет для таких задач, он больше для простых базовых задач. Из преимуществ камеры Galaxy A22s могу отметить только хорошую детализацию фотографий и естественную передачу цветов. В Galaxy A22s установлена батарейка на 5000 мАч, и на первый взгляд может показаться, что много, но с другой стороны здесь и экран крупный, и он затрачивает много энергии. По факту в умеренном режиме смартфона может хватить примерно на 2 дня. В нормальном обычном режиме использования где-то на день, может быть еще с небольшим хвостиком. Заряжается от комплектного адаптера питания Galaxy A22s чуть более чем за 2 часа, это не очень быстро, но имеем то, что имеем. Беспроводной зарядки в нем ожидаемо нет. Купить Galaxy A22s в Беларуси можно в интернет-магазине МТС, ссылку оставляю в описании под видео. Он там стоит 649 белорусских рублей, либо же 80 рублей в месяц, если покупать его в рассрочку на год. Кроме этого, есть еще рассрочка на полгода. Всю эту информацию найдете по ссылке. Напоминаю, что на Galaxy A22 без приставки S я делал обзор, который можно посмотреть по ссылке в описании. Но еще в ближайшее время я попробую сравнить эти два смартфона, Galaxy A22 и Galaxy A22s, поэтому можете поискать такое видео у меня на канале. Если этот ролик вам понравился, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я не прощаюсь, совсем скоро увидимся.